Друзья, насчет поросят приемышей. Вон там обезьянка лежит. Я видео сниму в понедельник, вам выкину. А сегодня видео о другом. Звонит мне Андрюха и каже: Стасян, мол, так и так, продай мне трех кабанцев. Я так понял, он хочет купить трех итальянцев. Я ему кажу: Андрюха, ні, итальянцев я продать не можу, вони не продаються, це в мене, кажу, партія така показательна, ну, ми, кажу, взвішуємо, показуємо. Понятно, що можна буде продати, ну, трохи позже, як вже буде хороший вес. А він хоче купити собі на докорм, ну, я так розумію, паски докормити і типа такого. Я, короче, по итальянцам отказав. У нас утренняя управка. По поросятам, по приемышам есть там и минуса. Есть как хорошие новости, так и поганые. Также и средние. В понедельник уже покажу вам, тогда все расскажу. Он тогда мне, Андрюха, каже: ладно, продай мне из крайней клетки. Анфисен выводок продай. Им уже получается, да сколько, скоро 4 месяца будет. 20 числа, там 4 месяца. Продай мне отсюда трех. Кажу, цих я тоже не продаю, я их откармлю, они у меня на откорме. Потом, кажу, откормлю, то если надо, могу продать там живым весом тебе, чи як. Да не, мне надо на докорм, на паску, короче, 5-10. Ну, короче, думал я, сначала я подумал ничего не продавать. И никого не продавать. Потом думаю, та ну, Андрюха, своей паре надо что-то придумать. И я ему кажу: я тебе могу продать двух дюрків, ну, дюрок Петрен. Я их называю дюрками, бо они рыжі двух. Двух дюрків, вот эта свинка и та свинка. Ну, это те, что у меня когда-то были в больничке, что переболели, что я думал уже все, хрест на них ставить, но они пошли. Я объяснил, что это дві дюрчихи, які сидять в групі аматорів, з аматором і Веронікою. Приїхав Андрюха, учора він приїжджав, подивився на оцю, а ну, покажись, на ту, і каже: ладно, заберу. Отдав мені зразу гроші вчора за ці дві свинки, і зараз їх приїде забирати. И также заказал 50 кг корма гровера, ну, на котором они сидят, грубо говоря. Тоже, чтобы ему сделал готового, пока он переведет постепенно на свой. И я так понимаю, он их хочет подкормить и до паски. Они растут хорошо, то есть если их сейчас посадить на нормальный интенсивный откорм, это у меня группа аматоров, они не на интенсивном откорме. Мне, во-первых, смысла их откармливать нет, у меня хряк на племя, свиноматка Вероника тоже на племя, а ці так с ними. То есть я их так поддерживаю, ну не откармливаю особо. У меня на откорме сейчас только два выводка. Вот получается выводок Анфисен и выводок итальянца. Ну, а сейчас опять будут опоросы и буду оставлять тоже на откорм выводки. У меня уже все, как бы, по месяцам, на каждый месяц, сколько штук там, своя уже технология. Я так, как бы, с февраля месяца уже начну делать. А сейчас буду переводить двух свиноматок, и вот эти две свиноматки, получается, Снежинку и Манюню, уже буду переводить у клетку в свободную, а туда на эти два станка ставить Нюру и Киевлянку, им уже подходит опорос. И все, те уже на гуляння, а те на опорос. И так я их сортирую, меняю. Италия росте. Италия Корсетти. Thank you.
Андрій, ми не будемо їхати з ними кататися до знайомих. Ася. Привіт, Андрій. Та ну, буду привіт. Я думаю, тобі треба не так, а як би ось, отак. Отак, і ось вона йде. Бачите, що собаки так Андрія любить. Він дав його в одній четвертій отак голові. Отак успокоїв їх. І все, спокійненько. На бампер? Ти на бампер будеш ложити? Ну не на бампер, отак. Це на бампер. Ні, ну щоб ось, борт. Якщо я не знаю, наш, я силом думав, кидати чи не треба. А ну, блядь, не дай Бог, щоб ну. А Віка питала, чи в тебе... Та вон, є, зроблю собі. Дивний варіант. Може, як кнопа впереді. Ні, там на зарисовка є. Подавай, мама. У мене він вже декілька не буде. Так, відерочка. Відерочка. Ну, відро не здорове з нами, да? Ну, у тебе є чорне обличчя. Чи желізне возьми? Вона то полетить з піде. А то ж вона то піде, тільки на любов. А як ти її називаєш? Аська назви. Аська? Так. Да. Асюка. Давай. Вибіжи? Конечно, вибіжи. Вибіжи, ви шо? Конечно. Аська. Та не вибіжи. Та випрыгни, Андрій, ти шо? Вона зараз назад піде. Ні. Пошли, пошли. Поки вирання не той. А, ти думаєш, хай буде? Та не вийде вона назад. Ну, я думаю, вона сама перелякана. Вік, ти стой тут. Thank you.
как-то так-то. Не, хорошо, да? Там нечего было, да, может быть и хуже. Вес, друзья, килограмм, ну по 100. Может, чуть больше. А что она так туго? Что? Вот это тоже надо щелкать. Друзья, за один раз вот такой мешалки на сколько? На 100, на 110 литров. У меня получается делать 50 килограмм. Но я сначала бросаю 30, размешиваю все вместе, а тогда 20 добавляю и доразмешиваю. Вот сейчас Андрею я сделал ровно 50 килограмм. Грузок? Да. Чем не тебе? Нет, ты держи мешок. Андрей, для яких ти целей береш свину? Докормить, да? Ну, конечно. До падлок, да? Кормить, так. А то ви падлок. 24 апреля. А, апреля, то це. Ну, до Пасхи, до майська, то коротше. Декабрь, январь, февраль, март. А, ну, ще три. Да, ще вони, конечно, підуть. Ти так розбігай на два примерно. Ну да вообще. Еще чуть-чуть. А так. Мне еще салон грузить, я так понимаю. Ну, сейчас будем грузить, а что? Так кор. Давай же другий наберем. А я не знаю. Бачите, який? Хозяйственный. Хозяйственный. А что Андрей бере? Потому что он своих вырезал. Усих. От того, что мы убрали 240, и еще две он до Нового года убрал. И, каже, без свиней скучно. Скучно ему. Надо каких-то по-любому, чтобы было. Сейчас я... Да давай скажи так, что-нибудь. Ну, здесь мой лайфхаковский куб. Вот, смотри. Да. Вот тут. Вот такие. Вот так. Не иначе. Так, и зараз ты, две штучки. А, ты, глянь там. Да. На 100 дней.